Доброе утро, Югра! Сегодня мы поговорим о книгах для настоящих интеллектуалов. А поможет нам в этом Иэн Макьюин и его роман «Машины, как я». В этом романе один из лучших британских писателей современности задает очень важные вопросы. Что делает нас людьми? Что определяет наши поступки и внутренний мир? Может ли машина понять человеческое сердце? В центре сюжета альтернативная история мира. В ней Британия проиграла Фолклендскую войну, а Алан Тьюринг сделал значительный прорыв в создании искусственного интеллекта. Этот мир отличается от нашего. В нем даже у любви совсем другие законы. В альтернативном Лондоне 80-х годов наш главный герой, заблудший неудачник Чарли, влюбляется в свою соседку Миранду, девушку, в прошлом которой есть большая тайна. Чарли с детства интересовался темой искусственного интеллекта, и после внезапно свалившегося на него наследства он первым делом покупает Адама, одного из первых андроидов. Вместе с Мирандой они создают Адаму личность. Новое существо – почти идеальный человек. И неудивительно, что Миранда увлекается новой игрушкой, чему Чарли совсем не рад. Макьюин предлагает нам вымышленную историю сосуществования людей и машин. И проблема заключается в том, что люди, не понимая самих себя, думают, что они могут понять искусственное сознание. А это не так. Книгу Иэна Макьюина «Машины, как я» вы можете найти на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!